Сейчас я вам покажу типичный порт в Норвегии. Погодка сегодня, конечно, не очень. Сейчас выйду наружу и подхожу. Говорить уже не смогу. Вот, кстати, та гора, куда я сегодня хотел забраться. Но чуйка меня не подвела. Понял, что погода портится. И действительно, она очень сильно испортилась. Дверь, смотрите, как открыть легко. Надеюсь, вы обратили внимание на птиц. Они сидят на воде. Признак плохой погоды. Концы дополнительные забили. И на баке также. Выгружаем соль, потом они фасуют ее уже вишни. Вот такая вот веселая стоянка сегодня, ребят. Очень опасная. При таком ветре как бы надо внимательно смотреть, чтобы судно не оторвало. Вернемся в берег. Неизвестно, что там будет дальше с ним. Причем мы еще фактически полностью загружены, выгрузили еще, грубо говоря, 2000 только. Еще работы много. Как-то так. Всем пока.